Так давай, покажите. Дорогие друзья, и сразу наш фристайл. Спасибо. Представьте, у Губидона закончились стрелы. Да замути с ней! Давай, давай, чуты! Необычный случай у домофона. Здравствуйте. Здравствуйте, можете, пожалуйста, открыть? Это Почта России. Ха, Почта России, ожидайте. Ну, можете все-таки... Ща. Вы что, издеваетесь, что ли? Вообще-то у меня не 100 рук, я чай пью. Извините, уже 2 часа, мне бы пора все газеты раздать. 2 часа? Так у меня обед. А мама привела сына в балетную школу. Ну, мам! Пойдем. Мам, я не хочу заниматься балетом, я хочу заниматься боксом. Ага, чтоб тебе там голову отбили. Ага, если я балетом буду заниматься, мне точно голову отобью. Ну давай отдадим тебе на вязание. Мам, какое вязание? Ты смерти моей хочешь? Ты пойми, твой дед занимался балетом, и ты тоже будешь заниматься балетом. Я что-то не пойму. У нас что, проклятие по мужской линии? Так, вот смотри, ты пойдешь на балет, ты будешь грациозным, пластичным, научишься же делать фуете. Мам, я не хочу учиться разной фуете. Вот смотри, мальчик, вот хорошо танцует, да? Ну, танцует хорошо, очень прекрасно. Мальчик, тебе нравится заниматься балетом? Да, вот уже 7-й год занимаюсь. Вот видишь, мальчик, все нравится. Нравится просто, он мамочку слушает, все хорошо. Понял? Так что сходишь одно занятие, если тебе не понравится, то не будешь ходить. Хорошо. Хорошо. Здравствуйте, тренер, да? Хорошо, что вы стоите. Вот вам за весь год. Ну, мам! Мама, знаешь, мама! Лучше, мама. Ребят, это все не то. Как-то вот, я не знаю, но не то выступление. Хорошо, давайте, ну это модно сейчас, выведем человека из зала. Давайте девушку выведем, а? Девушку? Девушку. О, я вам надо подготовиться. Давайте девушку выведем из зала. Так, желающие есть? Сань, смотри там. Ну есть желающие? Ну вот сейчас. Вот нашла она, хочет что-то. Так пойдем. Давайте я поаплодируем. Проходи, в КВН принято на середину сцены становиться, вот, можешь пройти сюда. Слушай, у тебя парфюм такой приятный. Страйк. Слушай, она, наверное, одна сидела, там одна на выступление пришла. Она одна пришла. Сережа, а где ты был? Я брал урок пикапа. Теперь любая челочка будет моей. Смотри. Привет, детка. Издалека тебе могло показаться, что я толстый и небритый мужик. Но вот я рядом, и ты видишь, что я бритый. Хочешь прокатиться на Ламборджини Пузардо? Сережа, она не хочет. Зря ты так. Я ведь импозантный жеребец. Жира кто, спросишь ты? Жира, ты не знаешь, от чего отказываешься, скажу я. Поехали ко мне. Сережа, она тебя не поедет. Зря ты так. Моя бабушка много места в постели не занимает. Вот после этого она точно к тебе не поедет. План Б. Ласка. Тут подойти надо там. Так, да? Тебе нравится? Нет? Странно, моей собаке нравилось. Сережа, вот такими методами она с тобой не будет. Ой, не для нее моя ряжка росла. Нет,
Нет, еще нельзя. Да. Мы должны тебя поблагодарить. Спасибо тебе большое, спасибо, что за нас вышло. Спасибо большое. На самом деле, как бы это образ все. Я на самом деле хороший парень. 8-951-500. До свидания, уважаемые. Спасибо. Можно с нами поклониться еще? Спасибо, друзья. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Джаз.